Во имя будущего, настоящего. Предупреждали, ведь не идите, не бухайте. Да, говорили, я свидетель, была на пляже с внуком. Еще перед этим за несколько дней говорили, уходите, говорите, сидите дома, всем говорите, чтобы с подъезда не уходили. Они же мы предупреждали, они знали, наверное, ожидали обстрелов, поэтому да. Всех предупреждали. Что сидели, слушали, это видели. А как то время вообще это было? Товарищи, отойдите от этой линии сюда, пожалуйста. С детками на пляже. Послушала, что было затишье некоторые дни, из-за этого люди вышли на... Потому что, ну, как было постоянно. Тихо. У нас тут затишье было. У нас же в тот день первый раз обстрел начался. Да. Именно в тот день. У нас первый раз обстрел. Да. Да. А до этого у нас не было. Вот энергоцы говорили, поменьше на речку ходили. Скатитесь. Возле дома сидели. За несколько дней. Рома, иди сюда фотографировать. Вы где находились рядом, слышали этот звук? Да, конечно, мы с ними общались. Они сюда проходили, после дома они проезжали, говорили. Как ваш дом пострадал, да? Окна? Нет, туда не пострадал, у нас там стоит как-то пепельная, забор. У нас деревья много защищали, когда не глядела забор, а в дом нет. Здесь зарешечок. Сколько? На второй день искали такие железки. Мы даже на прямом заводе этажу. августа 2014 года навсегда останется самым страшным днем в истории нашего любимого города Зугреса. 5 лет прошло с той даты, но боль и горечь утраты не покидает наши сердца. Вечная память всем погибшим при этом подлом авианалете вооруженных террористических украинских сил. Вечная память всем жителям Донбасса, которые пострадали и погибли от варварских, преступных действий Украины на нашей родной земле. Вечная всем память. Сегодня мы собрались здесь почтить память жертв, жителей, которые погибли 5 лет назад в результате обстрела украинскими вооруженными силами, операцией СУ, жителей Зугреса. То есть вот в такой августовский день, когда теплый, люди пришли отдыхать сюда на водоем без предупреждений каких-то украинской авиации, кассетной бомбы нанесла удар, в результате которого погибло 15 мирных жителей, среди них двое детей, более 40 человек получили ранения. Это ужасное преступление, за которое Украине нужно ответить. И мы сегодня видим вот эти вот двойные стандарты со стороны Украины, когда Киев закрывает глаза на те преступления про режимы, которые происходили, происходят со стороны Украины. Сегодня новый президент Украины обращается к мировой общественности и говорит о том, чтобы они соболезновали воинам света, со стороны Украины, но при этом закрывают глаза и не говорят ничего о тех мирных жителях, которые погибли от рук этих воинов света.